Привет! Фух, только выехала из дома. Машине чуть-чуть перегорела. Не знаю, так уже была на сервисе, как будто бы. И почему-то она опять перегорела. Поддерживаю фигуру, спорт, диета, правильное питание. Ну и неправильное тоже. Погода ужасная для перископа за рулем. Еду в центр на Цветной. Спасибо. Да что-то дел было очень много на этой неделе. Ой, столько накопилось людям рекламы, должна была очень много. Некоторым даже с декабря. Все это как-то у меня уже вот так вот все. А, нет, мне 32. Мне больше нравится ботокс или Олаплекс. А, кератиновая не советую. Кератин, потому что высушивает структуру волоса. Изначально эффект такой, как будто бы волосы гладкие и красивые, но на самом деле они сохнут очень сильно изнутри. Я по вам тоже. Что-то какая-то неправильная камера, что ли? Не видно ничего. Ботокс, ну, 2-3 недели до 4 недель держится. Спасибо, девочки. Да почему я с каким... Ой. Обычный тон у меня нет. Кость, ты преувеличиваешь. Ой, на косметические процедуры я не трачу ничего, потому что, ну, в ходе моей, так сказать, деятельности я все тестирую на себе, потом хожу, рассказываю об этом людям, что мне понравилось, там не понравилось, какие там уходы, инъекции. Ростова, привет! Поэтому, ну, не знаю, но косметику вот последний раз потратила многовато, 38 тысяч. Ну, там бонусами расплатилась. Кремники всякие взяла, тональники. Мэри Кей не нравится. Вот этот крем для тела шикарный. Не жалейте, 17 тысяч на него, просто шикарный. Для тела так увлажняет хорошо, жирность у него такая правильная. И ни в коем случае не пользуйтесь вот этими дешевыми из серии. Johnson's Baby — это масло, которое только пленку на теле создает и не увлажняет кожу. Крыму тоже привет. У нас опять ужасная погода. В голове уже как будто бы лет весна, а у нас все еще зима. Смотря какая цена, опять же, все настолько индивидуально. Ну да, делали. Я тогда не выставляю и заставляю их переделывать. Когда что-то делают плохо, я не выставляю рекламу. Мне пару раз так ресницы испортили. Просто они слиплись в комки по чуть ли не 15 штук. Потом больно было глазам через неделю.
Потом как-то сделала ресницы, у меня глаза все красные были, 3 дня капилляры полопались. Я такое не выставляю рекламу, о чем мне рекламировать? Людей в заблуждение вводить, что там хорошо делают? Нет, я такого не делаю. А за что? А что рекламировать-то? Ну, я не кричала на них, потому что мне было некогда на них кричать. Но рекламу я отказалась им делать, ну, потому что это вообще не дело. Да, ожог. И знаете почему? Потому что когда мне нарастили ресницы, мастер, чтобы проверить, не слиплись ли верхние с нижними, открыл мне глаз, когда еще клей не просох. Ну и, короче, вот я получила ожог, красные глаза, еще, как назло, сделала в пятницу их перед вечеринкой. Да ужас. Как можно такую студию раскручивать, еще приглашать на рекламу человека и изначально делать ему ужасно. Ну это вообще такой подход, я в шоке. Честно, я не помню, что за студия, и как бы вообще их не запоминаю даже. Где-то на Таганке. Еще в Ростове вот ужасно, мне все делали ресницы. Просто всем руки хотелось оторвать. Ну, как бы мне по воле судьбы пришлось там, нет-нет, приезжать туда в течение 3 лет. Вот. И, например, вот мастер там была, Вера. Господи, она так ужасно делала это вообще. Поначалу было неплохо, но через неделю они превращались в такой вообще ад, эти ресницы. Ну, там вот хорошо делала девочка из Западного. Ну, Запад, Света Горланова, по-моему, фамилия. А на вечеринку я пошла, сделала... Люди, смотришь, я это за рулем видео снимаю. Ну как, вот, конечно, ничего не помогало, ни визина, ничего не помогало. Так на вечеринку с красными глазами и пошла. Очки, по-моему, я купила в тот момент. То есть прозрачные. Ничего. Наверное. Смысл в жизни, он заключается в гармонии, наверное, души и тела, когда ты получаешь удовольствие от жизни, от тем, что ты занимаешься, чего ты делаешь, чего ты достигаешь. Ну, что-то типа того, наверное. Типа Джонсонс, а Джонсонс Бэйби, вот это масло закупоривает очень кожу, создает такой эффект пленки, лживое увлажнение вообще. Ну, просто кошмар. Ничего не подарил на Новый год. Сам себя подарил. Иди к Нестеренко сделай, там цена адекватная. Ну, я не знаю, думаю, вряд ли кто... Личицы не все палят. Так. Да, Джонсон вообще говно страшное. Я вообще не в шоке от этих людей, которые его выпускают, еще и детей мажут этими дешевыми кремами. Кокосовое масло, но мне... А у меня оно есть, но я им не пользуюсь. Не, Левин хороший хирург. Я довольна и грудью, и носом. Не знаю, хорошо сделал. Не, ну, конечно, можно было бы и получше, но не факт, что лучше бы сделал кто-то другой. Все равно Рин, это вообще сложная операция. Нет, не ношу. Ну, иногда даже не знаю, что это подделка, мне какой-нибудь платье подарит, например, за рекламу, я даже не знаю, что это копия. Ну, на ней просто не написано, что это копия, а так я копии не беру. Ну, в смысле, не написано Валентина, оно стоит 5000, конечно, я такое не беру. Есть какой-то ноунейм, беру, а потом бывает, что выясняется, что это на самом деле не оригинал. Ну, как бы я спокойно к шмоткам еще хоть так отношусь. Но сумки и обувь, это вообще, по-моему, так дурной вкус левак покупать. Нет, какая блондинка, нет. У меня русые волосы. Кто?
другим. Я не знаю. Не знаю таких, кто это. Блохин не знаю. Знаю, что одна девочка у него делала. Грудь вроде довольна. Но, честно сказать, лично я не видела, как каково ей там. Хорошо, нехорошо. Так, сейчас посмотрю. Ехать надо. Так, секунду, секунду. А, вот так. Угу. Барашку, а ну как? Не знаю, так, ну, знакомые. Хирурга Агапова нет, не слышала. А, Венеры. Очень нравится. Ну, Нити мой врач намного лучше сделал, чем мне. Я же ему высказала, говорю, блин, ты что, на мне потренировался, а Нити уже от души, что ли, сделал? Ну, либо у нее челюсть так лучше расположена. У нее прям как-то они... ближе вот сюда выпирают. Ну, как-то посимпатичнее, мне кажется. Таню Парфильеву не знаю. Эмаль, ну, конечно, портит. Эмаль Венеры не портит, а их стачивают. Или Венеры в том числе тоже стачивается эмаль. Ну и что? Зато красивый эффект. Свои так никогда не будут. О, привет, Анжелика. Это для тела. Ну, я еще урьяж покупаю, еще какой-то беру в аптеке, 1000 по 3. Ну, как бы, то есть не всегда только дорогие покупаю. Да вообще не вижу ни с кем. Если честно, мне уже фоткаться надоело. Вчера вот с сестрой, например, обедала. Ну, фоткалась, но не знаю, что вот это выставлять тоже каждый шаг. И решили вообще с сестрой почаще обед встречаться. А, Тари слышала, но ничего сказать не могу. Вообще мало сейчас с кем общаюсь. Вообще очень мало с кем. А, ты делаешь сейчас, да? У этого, у моего Эдуарда, да, врача? Ну и как он тебе? Тут же разные интересы у нас, разошлись немного. Идеальный? Не, не идеальный. По мне так есть-то и поидеальнее нас. И, блин, это кофе хочу. Кофемашку заехать сейчас надо. Смотришь дневник, хотя нет. А что это? Я вот «Остров» вроде начала смотреть. Или как это, сериал по ТНТ новый? Брови дома рисую. Я краску для бровей еще купила. Роколор. Точнее, мама попросила купить. Вот. Потом карандаш купила. Не могу я, мне эти салоны трясет от них. Я сама крашу брови, и потом еще и сама рисую, не знаю. Конечно, мало кому что-то они мне мои нравятся, брови в последнее время. Замечаю по комментариям в Инстаграме. Ну, мне нравится, не знаю. Подружки мои тоже нравятся. Чуть кривовато, что ли, они как-то получаются у меня. А, Чешковой, ну, не сказала бы, что знакома. А, да? А ты откуда про него узнала? Про Эдуарда? Напиши мне в директ, пожалуйста, интересно твое мнение узнать про зубного. Вот. Ну что, вы сами не видите, какой он. Добрый парень, хороший, воспитанный очень. Венеры делать, ну, блин, от 2 недель до 2 месяцев.
больше нравится Решта. Ну, Шишкова как снежная королева. Такая без эмоций. Такая холодная. Какая-то... Ну, я просто в жизни с ней особо не общалась, как бы, ну, не знаю. Мне просто более живые люди нравятся. Почему очень люблю. Чего ответить? Ой, скоро подъеду. Еще хочу за кофе забежать, кофемашку. На цветном. А вообще парковаться, правда, негде. Но я надеюсь, пока я забегу, меня не дернут тачку. Бля, я вчера машину поцарапала. В дворе парковалась у себя, блин, такой заборчик не заметила. Просто не хочу эмоции показывать. Почему разошлись? Мы не совсем разошлись, мы просто, так сказать, перестали общаться. Подальше, по-моему, у меня лицо лучше смотрится, да? Вон у меня дел полно по горло. Вон, вся машина завалена делами у меня. Эласта Бьюти. Да, дверь поцарапала, красить надо будет. Об заборчик. Он такой низенький был, что у меня зеркало... Я его не опустила, зеркало, оно у меня как-то было такое... Не заметила. Ну ладно, блин. Причем за последние вот полгода уже второй раз машину царапала. Да это вообще ни разу ничего не царапало. Что-то как-то вот так вот вышло. У меня слева и справа лицо отличается сильно. Очень сильно. Вообще, здесь вот одно такое, а еще все другое. Да? А, знаю, да. Гуляли сох вместе с ее парнем. Ой, мужем. Я просто не знаю. Давно еще. Да, о чем мне с Рыбницкой общаться? Ну, не знаю, мы вообще такие люди разные. Ладно, еще когда парами дружили. Строят. Да, не люблю тоже, когда люди себе что-то строят. Надо как-то попроще быть, мне кажется. Но с другой стороны, блин, простота тоже хуже воровства. Ровер не знаю. Может, когда новый выйдет? Не знаю, посмотрю. Ты с такими ценами, блин, только мечтать, походу, о новой тачке. Да, Соха нормально, может познакомиться. Два раза познакомилась, очень серьезно. Я же еще не Соха 2014. Скула Ювидером с Жидером. Спасибо. Тушканчик. Не, просто говорю, по-разному выглядит вообще. Какой-то наклон скул, разворот этих щек, скул вот этих разные. Вообще все разное. Наклон носа, поэтому слева и справа лицо по-разному смотрится. Ну, вроде как, да. Сужи колола. Сегодня без стрелок. Просто подвела глаза и снизу ресницы накрасила. Как зачем? Ну, все делают скулы. Ну, красивее, чтобы быть. Анжелика, поздравляю тебя. Давай, у кого решила? Или еще не решила пока? Ты давай, успевай, как раз к лету будешь готова. Чтобы успеть к лету сделать грудь, нужно... Там месяц на реабилитацию желательно, полтора, да? Ну, то есть самый край 1 мая. Желательно до середины апреля сделать. Ой, да чуть поднадоели друг другу, вот и расстались. Потом как бы кто-то совершил ошибку, и кто-то ее не простил, и уже было поздно вот так. Ой, у меня кровь из губы течет. Нифига себе, треснула.
Не, не опасно. Грудь, да не, ну, ну как, больно 3 дня сильно. Ложку невозможно супом поднять. А, ну да, 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 да. Ну просто не хочу про бывших говорить. Все-таки ссоры зачем выносить? Было и было. Было, но прошло. Господи, это какой... Блин, такая кровь прям. Вообще, конечно, Юви лучше. Сожа подешевле. Ой. Месяц обязательно в корсете ходить. Обязательно. Швы расползутся иначе. С этим не шутят. И спать тоже. Блин, так чешется под этим корсетом. Господи, чего все про Range Rover-то новый, я не знаю. Уже 10 вопросов про этот Range Rover. Это один и тот же человек спрашивает или разные? Бровки ботокса можно приподнять без всякой блефаропластики. Вот, да. У меня, наверное, так и получилось. Пару раз неудачно уколола ботокс. За рекламу ботокса я вообще больше не делаю. Не рискую. Это губы филлеры, их можно рассосать. С ботоксом посложнее. Там глаза могут опуститься. У меня брови один раз опустились. Такая опасная вещь. Композитные виниры... Есть такая вещь, что 50-200 тысяч стоит, но они совсем другого вида. Совсем на порядок проще, поэтому лучше, конечно, чем со своими ходить, если они такие еще желтенькие и страшненькие. Но, честно говоря, я не знаю, лучше, наверное. Ну, вообще они так темнеют, они так тускнеют. А еще другой вид. Че? Почему не рекомендую? Для лица рекомендую, только у хороших врачей рекомендую. А как без него? Многие с 18 лет он необходим крайне. Я даже знаю, как в 23 уже такие морщины, не буду называть людей, заложенные уже. Да ладно, напиши мне в директ, пришли мне фотку. Я уже не буду переделать, я уже 2 раза переделала. У меня просто челюсть, видимо, как у овчарки, поэтому... Ой. Поэтому на этот... Нет, в солярий не хожу, хотела намазаться этим автозагаром моментально. Ну, поняли, да, как в салонах делают. Ну, мне что-то все говорили, будешь как бомж слезать. Вот. И я решила не делать. А, ну какой-то, не знаю, какой тип пишет, блин, все время цветочки отправляет. Какие-то смайлики отправляет, вот новаторов и прикалывается с него. Вот, так что я не буду его делать. Я просто автозагарчиком сама подмазываю. Сейчас пока в солярий не хожу. Вот этот автозагар я вам показывала, если я покупаю за 6500 в сумме. Вот. Давай, жду фотку. Все, со всеми прощаюсь. Вон моя уже кафешка. И уже место дислокации, куда я приехала. Спасибо, Казань. Анжелика, спасибо. Все. Всем на связи. Пока.